Здравствуйте. Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня у нас Пасха, 19 апреля. Не выдержали и решили еще раз съездить в лесочек. Очень хочется поделиться грибами с родственниками. И вот мы приехали. Лес у нас такой вот, видите, весь заросший, но травы мало. Есть березы, в основном осина, но есть и сосны попадаются. И здесь я нашла первый грибочек. Это, как я уже говорила, сморчковая шапочка. Не сходя с места, видите, вот есть еще. О! Подождите, это уже прям гигантес. Посмотрите, какая шапочка переросток. Я угощенец принесла. Да, вы видите, пошла за одним, а нашла еще. Так, и вот она. Ой, посмотрите, рядом с ней еще. Ой, слушай, не буду я. Ой, сколько я здесь их нашла. Вот маленький. Вот еще. Это все не сходя с одного места. Посмотрите на вытянутую руку. Ой, вон там еще. Всегда удивлялась, как шапочка может расти в две стороны. Посмотрите, очередная такая находка. Шляпка маленькая. Ой, я ее нечаянно сломала. И видите, шляпка еще и внизу. Сейчас я вам покажу. Еще шляпка, видите, внизу. Сбор продвигается очень даже хорошо. Сморчковые шапочки все крупные. Этот сбор, Ира, я отдам тебе. Ира, Юля, Виталик, Варечка, Леша. Это мы собираем для вас. Очередная хорошая находка. Видите, какой уже крупняк. Здорово. Там он, я сейчас видела, за вот этим большим поваленным деревом с той стороны. Сейчас я здесь соберу и пойду туда. Потому что думаю, что здесь тоже еще есть где поискать. Очередной интересный экземпляр. Разломался на кусочки. Мы эти кусочки все заберем. Я не знаю, как вам, но мне всегда очень интересно показать вот такие замечательные места, когда на одном месте, не исходя с него, сразу несколько очень хороших экземпляров. Вот смотрите. Одна. Рядом. Вторая. А вот есть еще какой-то неизвестный гриб. Уже, кстати, в группе его показывали. Если кто-то знает, что это за грибочек, напишите в комментариях. А я поищу тоже по интернету. Его брать мы не будем.
Вот еще. Все на одном и том же месте. Посмотрите, какая вон огромная. А рядом с этой еще одна. Уже, видите, подмороженная. Смотрите, уже 4. Ух, вот это гигант. Настоящий гигант. Вот это шлепенция. Так, еще одна от нас прячется. Вы где-то только видела. Для того, чтобы увидеть шапочки, нужно присесть. Так. Я буду искать еще одну. Посмотрите, какие хорошие. После того, как я присела и посмотрела по сторонам, ну вот еще сколько я нашла. И не факт, что я все собрала. Думаю, что здесь еще есть несколько штучек. Дождик начинается, и нам пора уходить. Вот такой урожай грибов мы сегодня отдадим нашим любимым родственникам. Встречайте гостей. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте лайки, делайте репосты, оставляйте свои комментарии. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.